В военкомате Каспийска 19 июня состоялось торжественное вручение Ордена Мужества семье погибшего участника специальной военной операции на Украине Мурада Магомедова за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга посмертно. На встрече присутствовали заместитель главы администрации Каспийска Казбек Демиров, военный комиссар Марат Пашаев, председатель собрания ветеранов Афганистана, руководитель Каспийского местного отделения «Боевое братство» Магомедариб Якубов, а также заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева. Благодарности вам, выражаю соболезнования. Я понимаю, что это вот словами просто ничем не помочь, а то, что это ребята сегодня погибают, вот на их долю выпала такая участь, к сожалению. Да. Очень много молодых жизней отдают жизнь, свою жизнь за нас, для того, чтобы наши дети, наше поколение, наше будущее спокойно могли жить и спокойно жить. Вам терпение. Мурад Магомедов погиб на 38-м году жизни, отважно защищая родину. Боевые подвиги и храбрость навсегда останутся в памяти каждого каспийчанина. Завершилось вручение Ордена Мужества минутой молчания.